Привет, это Никита, компания China Car Club. China Car Club – это торговая марка нашей китайской экспортной компании. Если вас беспокоит безопасность покупки и доставки нового автомобиля из Китая, то наша прозрачная сделка поможет снять опасения. Расскажу, как устроен весь процесс покупки. На сайте China Car Club почти для каждой модели автомобиля, сделанного в Китае, показана цена завода и официального дилера в Китае. Выбрав в калькуляторе желаемую марку, модель и комплектацию автомобиля, вы можете быстро и легко рассчитать под ключ предварительную цену его заказа из Китая. А чтобы получить уже финальный расчет, отправьте нам заявку из калькулятора. Или просто свяжитесь с нами любым удобным вам способом и расскажите, что бы вы хотели заказать. После получения вашего заказа за вами будет назначен персональный менеджер, чтобы ответить на вопросы, уточнить ваш запрос по автомобилю, цвету, набору дополнительных опций и чтобы контролировать подбор автомобиля в Китае. Сама услуга подбора автомобиля платная и составляет $125, это порядка 10 тысяч рублей. За эти деньги мы узнаем, где у дилеров в Китае есть автомобиль в наличии, точно по вашим параметрам. Если нужного автомобиля у дилера нет, узнаем срок производства на заводе и сумму бронирования. Обычно это сумма от 1000 до 3000 долларов. Также найдем ответы на любые ваши вопросы у дилеров или у заводов в Китае. Вы получите прозрачный расчет всех расходов поставки автомобиля по вашим параметрам именно в ваш город. Если финальный расчет под ключ вас устраивает, то подписываем контракт и передаем вам инвойс в юанях для оплаты на нашу китайскую экспортную компанию. Оплатить этот инвойс можно международным переводом. Выгоднее всего это сделать в банках «Союз», «Солидарность», «Росбанк», «Тинькофф», «Приморье» и «БКС». Перевод в банке вы можете сделать как физлицо без уплаты НДС, либо как юрлицо, но с оплатой НДС. Если хотите передать деньги наличными, это можно сделать в Москве, но за операцию с наличными сумма вырастет на 3%. В первую часть вашего перевода будет входить вся сумма за автомобиль плюс расходы по Китаю, плюс доставка автомобиля до таможенного терминала. После того, как мы забираем у дилера или завода автомобиль, вы получаете подтверждение его покупки, а мы приступаем к его экспорту. Ставим автомобиль в Китае на учет и страхуем. Получаем экспортную декларацию, организуем доставку автомобиля до границы Китая, а затем до таможенного терминала. На терминале мы ждем от вас вторую часть перевода, куда входит таможенный платеж за автомобиль плюс доставка до Москвы или города получения. После поступления перевода получаем грузовую таможенную декларацию на автомобиль, отправляем застрахованный автомобиль до города назначения и по его прибытию проверяем его и приводим в надлежащий вид. На каждом из этапов вы получаете подтверждение, документы и фото и видеоотчеты. По желанию мы полностью поможем вам в получении СБКТС, ЭПТС и уплате утилизационного сбора. При получении автомобиля вы его проверяете, мы подписываем акт приема-передачи и получаем нашу фиксированную комиссию $1000 за вычетом 125, который вы уже оплатили за услугу подбора, то есть всего $875. Частый вопрос, а что по срокам? Если мы покупаем автомобиль у дилера, то 6-10 недель занимает срок поставки машины до Москвы с момента получения первого перевода в Китае. Если покупаем автомобиль на заказ с завода, то плюс от 2 до 10 недель в зависимости от марки и модели авто. За что мы отвечаем? За комплектацию, цвет автомобиля и набор опций в заказе. За корректную таможенную очистку без риска для документов. За целостность автомобиля до его передачи. Что мы гарантируем? Низкую цену без скрытых наценок и переплат. Возврат нашей комиссии, если привозим автомобиль позже сроков. Возврат всех денег за автомобиль, если он вас не устроил при получении. Заказывайте автомобиль дешево по безрисковой сделке. Если у вас возникнут другие вопросы, наша команда всегда на связи по телефону или в чате.